Я приветствую всех слушателей нашего университета. Мы продолжаем интересные темы, которые касаются вас напрямую, и детей, и взрослых. Сегодня вашему вниманию представлена будет короткая информация одного из тренажеров. Информация это Novu Eye. Это очень интересная разработка ученых Южной Кореи и Японии, которая позволяет решать очень многие проблемы в профилактике и лечении глазных заболеваний, как у детей, так и взрослых. Очень важным моментом здесь является так называемый инфразвук, то есть инфразвуковой массаж. Есть так называемый ультразвук, вы это знаете. Инфразвуковая волна, создаваемая Novu Eye, была нами в Крыму исследована в одной из лабораторий военного завода. Мы увидели результативность, физическую результативность. И самое важное, определили, почему помогает. Потому что бывает так, помогает. А помогает ли? Почему я должен верить? Я должен проверить. И как ученый, как изобретатель, я решил это сделать. И мы сделали фантастические исследования, подтверждающие эффективность этого аппарата Novu Eye. Это инфразвуковая волна, которая идет по стеночкам всех сосудов. Это лимфососуды, это кровеносные сосуды, артерии, вены. То есть все сосуды, которые содержат жидкость. Волна идет, увлекая за собой частицы жидкости, улучшая кровоснабжение, лимфа, дренаж и так далее. То есть я к чему говорю? Что здесь законы физики сыграли на медицину. Кроме этого, так называемая акупрессура воздушным давлением. Здесь идет волна значительно больше по амплитуде и большой длины. Она воздействует на мышечный компонент, как бы выдавливает кровь, выдавливает содержимое лимфососудов, то есть способствует тоже улучшению кровообращения. Хочу обратить ваше внимание, когда задают вопрос, ну и что? Так вот, чтобы для вас информация была самая понятная. Самое главное – это улучшить кровоснабжение, потому что с годами кровоснабжение замирает, если так понятным языком. Ухудшается в одном месте, в другом месте. И там, где ухудшилось, там снижение функции. Ткань отмирает, образно говоря, если полностью будет перекрыто кровоснабжение. Пример – инфаркт, инсульт и так далее. Поэтому здесь нужно все делать доктору для того, чтобы сохранить хорошее кровоснабжение. И нам в этом смысле великолепно помогают не лекарства. Лекарства, само собой. Я как врач их не отрицаю роль, но чаще всего мы недооцениваем физические законы физиотерапии, которые присутствуют в этом приборе, в этом аппарате. Кроме этого, магнитотерапия, ионотерапия и так далее. То есть теплотерапия, тоже мы не отдаем отчет, что есть эффективность, которая неизмеримо выше, чем другие воздействия. Поэтому в комплексе все это соединено 5 в 1, и мы широко это используем. Мы будем подробно говорить обо всех тренажерах. Сегодняшняя тема короткая. Сегодня даю экскурс только, чтобы зацепить, что правильно, ваше внимание. Сегодня тема наша исчерпана. Всех благ. До следующих встреч.